Макаев. Через центр на Исламхана. Киров. Да ничего, все-таки добрался. Тимощук перехватывает снаряд. Передача на левый фланг. Аршавин технично обрабатывает мяч и убирает под себя. Удар перевешивает Григоренко. Великолепно решает эту ситуацию Андрей Аршавин. Счет становится 2-1 в пользу Кайрата. И, конечно же, ну, все это совсем не беспочвенно. Радуется футболист, экс-футболист сборной России. Как он действует в этой ситуации? Просто белиссимо. Просто подавайте нам все это как-то на отдельной посудинке с белой каемочкой. Ну как здесь хладнокровно действует Андрей Аршавин. Убрал он ее на мэру. Здесь ему не помеха совсем. Тарас Данилюк. И как перебрасывает он Александр Григоренко. 2-1.